Коммунальные службы муниципалитета совместно с управляющими компаниями занимаются уборкой контейнерных площадок жилых домов и вывозом мусорных отходов на полигон. По поручению главы администрации Листы Дмитрия Трапезникова в программу дополнительно включены еще 100 объектов на территории города. К работам привлечены коммунальные службы города, работники управляющих компаний, волонтеры городского отделения. В общей сложности на территории Листы в программу включены 302 объекта. Для вывоза крупногабаритного мусора администрации города выделена специализированная техника. Работы начались 26 ноября. За это время площадки для сбора коммунальных отходов приведены в надлежащее состояние. На сегодняшний день за время кампании «Чистый четверг» вывезено около 300 кубометров мусора.